Окей. Так, выход из браузера, да. Чтобы он мне не тормозил скорость. Так, состязание первое, да? Очень смешно. Очень просто. Все посмеялись. Скажешь, когда? Да могу сейчас начинать. Ну, все готовы? О, все-таки беленький я такой. Так, хорошо. Один, два, три. Там никто не готов. Жаль. Ну, допустим. Старт. Старт. Здорово с людьми. Это же видео. Хаюшки, да, еще. Еще хаюшки. Я не уверен, что мы, кстати, успеем. У меня зависло зябло. Ну, тут я понимаю, до тех пор, пока оно у всех не прогрузится, все они будут по... У меня зависло все. Вот все. Чё? Чё все? Нет, там пока у первого не прогрузится, она не прогрузится. Так, давайте, мочим. На скорость, давайте, ребят, давайте. Делаем все, что возможно. Убивайте, я пробегу дальше. Но быстрее. Давайте, хантеры бегают по-бырому, мы остаемся здесь. Здесь оставайся, Гизма. Не бегают, ты, короче, с этим разговаривай, я попробую сразу дальше побежать. Так, я забываю нажимать крестик иногда. Так, Катя, разговаривай с ней. Они лезут на баррикады. Я что-то наменял, у меня теперь скорость каста маленькая. Вы, если далеко стоите, телепортируйтесь друг к другу. Угу. Там на рожу нажимаете, вот, телепортируйтесь. Кто-то один убивает матерей, там кто-то дальше бежит. Как правило, телепортуйтесь на еврейчика, он у нас дальше всех бегает. Да он Гизму вроде добежал. Так, в город, Тонис. Я в город. Я не готова. Ждем тогда тебя. Давайте. Здесь. Вот я перемудрил, у меня я здесь. Давай быстрее. Не забывайте еще пробел нажимать. Да. Но это не обязательно в таких, когда... Так, я здесь жду. Давайте, вниз идите. А ты что здесь? Ну, они вдвоем-то справятся, у Кати урона. У Кати урона хватает. У Гизмы, по идее, кстати, тоже. Я тут единственный без урона, да? Да, ты единственный такой лох. Ты быстро бегаешь, но бесполезен. Значит, такая проблема, да? Да. Знаешь, так обиделся. Перестал быстро бегать. В принципе, я вас вроде бы догоняю, но как-то так, знаешь, медленно. Ну, знаешь, у меня еще бывает, я косячу со своей скоростью. Я телепорт два раза в текстуру просто убил. Я застрял в стуле. Расходимся, ребята, давайте. Кто-то прямо пробегите. У меня. Нет, все, вот там, да, наверх. На Гизмо. Не надо тпшиться. Там можно так. Да. Так, гребаные ролики. А чему мы не поставили пропуск роликов? Не знаю, ставьте кто-нибудь пропуск роликов. Зайдите кто-нибудь, реально. Так, я пока в город. Давай. Спасибо. Так. Поставь кто-нибудь пропуск роликов в этом. Я возвращаюсь в город. В настройках. А все равно всем в город надо. Я пока гизикарда поведу. Да он и так как бы доходит обычно. Да? Без чьей-то помощи, да. Так, ладно. Тогда я поставлю настройка. Где она ставится? Игра. Escape, игра, пропуск роликов. Я не готова. Автоматически надевать экипировку, тихо пропускать все ролики готово. Все. Давай, так. Жду у ворот. А. Что-то я тупанул, надо на дезе депортироваться. Зачем? Ну, зачем мне с ними стоять? Я в 2 метрах от тебя. Или ты ждешь просто? Нет, я вот здесь. Все. Я просто с ними зашел в полк, я понимаю, выйти. Понял, да. На, я как раз пытался на тебя. Нужно подождать. Проблема такая, да? Ты не туда бежишь. Так, точно. Я просто думал, ты знаешь, вон та миссия с Хазера. Понимаешь, здесь хотя бы одному нужно бежать в нужную сторону, и все круто. Так, ты... Так, я верхний. Я не знаю, в какую сейчас, вправо пойду, в нижнюю.
Нужно подождать. А тут это, что, нету? Вон, нашел. Я вверх. Все, распределились. Кто-то да любой найдет из нас. Определенно. Сейчас ты какая-то нашла, не смогла сказать. Не, ну она же все равно, она последняя. А, она сама побежала. Да. Я говорю, она последняя, кто зашла. Так, не у меня. Я не готова. Так, я не знаю, у меня или не у меня, пока неизвестно. Нет, не у меня. Значит, у меня. Тогда все такое на меня. Ну сейчас, подожди, я посмотрю, потому что у меня тут квест, но когда квест появляется, значит, не у меня. А, смотря какой квест, есть разные. Нет, не у меня. Еще рано. Все на дезертира. Я, хотя конечно, один играл в город. Кругу. Да, один в город от ТПшки сразу. Гизмо, ты тогда. Я не готова. Ты, конечно, тоже Дэс накосячил. Не, ну! Кто ж знал, что она по кругу? Ой, блин, больно. Тут, понимаешь же, как бы не угадаешь. Проблема. Ты вон тоже ТПшится в одно место. Но! Это я говорю. Я сейчас косячу тоже жестко. Вот-вот. Мне можно. Всем можно. Нет. Фактически тебе нельзя. Это только разминка. Ты стример. Тебе нельзя косячить. Нет. Мне знаешь, можно. Что? Нет. Я возвращаюсь в город. Так, отлично. 6 минут. Кто там в пристрами? Я уже говорил. Отлично. Готово. А, вспомни, ты говорил. Тогда помоги. Ты говори. Корону. Я пошел. Так, соборный сад. Так. Ааа! Врезался в гадалку. Я уже. Так что все нормально. Где ты? А, стоп, я не туда побежал. Круто. Ну, я говорю, понимаешь, вот поэтому и хорошо. Главное, когда хотя бы один кто-то правильно телепортируется и делает. Остальное не важно. Ага, я просто вперся в такую кучу говна. Так, ладно, эти ТПшись через все это. На! Круто. Палку куда-то. Бегите. Кстати, у меня первый раз такая вот локация, чтобы тут прийти нельзя было. Чтоб прям вот так печально все было, да? Да. Так, на меня. Так, хорошо. Я не готова. Да, ё-моё. Дайте мне на кого-нибудь телепортнуться. Хорош. Они не дают на вас телепортиться. Так, давай. Он оделся. Так, где ты там, Гизмо? ТП на Гизмо. Вот сейчас нам повезло с этой такой загрузочной локацией. Так, и за кем он бежал? Наш путь преграждает темная магия. Йондар, теперь... Пока Йондар. Вы пробел нажимаете. Я в курсе, я этим страдаю постоянно. Ну, помимо тебя, даже тот должен тоже жить. Это не поможет. Поговори с ними, забудешь. Зачем с ним говорить? Ну, он трындеть любит. А! В тот момент, когда этот деск опять застрял в каком-то говне. Нужно подождать. Бесит. Он сделал выбор в пользу верха. Так, наверх я пошел. Все, нашел он. Или Катя кто? Нашла. Катя еще нашла, рано. Получается. На Катю. Хорошо, у меня волки меня защищают. Вашу мать-то, а? Да вы прикалываетесь. Катя шустрит. А? Катя шустрит. Так я там. А, дурацкие ворота. Почему она не телепортнулась, кстати? Я же должен был телепортнуться через эту хрень. Но не телепортнулся. Так. Ура. Как добегаете, сразу нажимаете и все. Отлично. Пропуск роликов работает, просто... ура! Слава чему-то там, пропуск роликов работает. Все круто. Знаешь, этот... Ну да. Хотя сейчас мы даже ваншот от него быстро. Мы с тобой за сколько королевских лет дошли? Я не помню, но минут за 15. Разве так долго? Я не готова. Сейчас 9. Но все равно не успеваем, на самом деле. Они за 16 минут прошли первый акт. Не успеваем? Они прошли за 16 минут первый акт.
ТПш. Идите туда сразу. По-моему, тут Катя меньше всех тупит. Все потому, что она не отвлекается. Это то, что... Ну да. Все, бегом. Так, нам сейчас на надо... Кладбище. Я на просто какой-нибудь телепортуюсь. Мы с Катей ждут. Все тут, кроме тебя. Ну, а чё мне? 10 минут ищем пещеру, расходим по всей карте. 10 минут ищем пещеру? Все равно 10 минут, да? Нужно подождать. Не смешно. Ау. Так, надо одному пойти еще к Линдону потом будет. Я нашел. Давай, заходи, иду готова. К Линдону. Вот знаешь, я дольше всех кстати, перестрижу, сразу нашел. Ну, где-то же ты должен был сыграться. Кто к Линдону пойдет? Я уже у Линдона с Катей здесь. Окей. Еще рано. Ко мне кто-нибудь себе пычется, чтобы этот урона побольше было. А вот, Бисмарк, ты есть. Я говорю, надо подвое разделяться, просто решить, кто с кем бегает, кто кому ТПшится, если чё. Да периодически постарай будем другую, типа, и сюда! Да, типа, помощь! Да. Так. Так, в город кто-нибудь. Так, Гизмо, это в город, я к Дезу. Когда ты сидишь и тупишь. Так, тогда двое давайте сейчас останемся возле этих. Слышь? Да-да-да, два останутся, два побегут. Да, давай я побегу. Я тоже побегу, я думаю. Да, тогда Кать и Гизмо останетесь возле этих столбов. Ну, чтоб сразу. Да, сразу. Так, с Линдоном сейчас поговорите кто-нибудь. Ну, кто остается, тот говорит. Давай, я останусь. Хотя, как мы побежали, если кто-то, бегите сразу к этому. Такие уже готовы. Но. Какой он медленный, а? Да. Давай. Тогда я дальний беру. Я верхний, ты нижний. Как в тот раз. Я какой-то нашел. Так и получилось, как в тот раз. Достойный противник. Нет. Да. Нужно подождать. Точно так у меня другой был. Нет. Но они так. Как бы меняются. Так, это не то. Нашел. Я взял свой уж. Эй-эй-эй. Медленно, медленно, слишком медленно. Все слишком медленно. Давай забирай уже свой. Могила вас заждалась. Так, все, ставьте, давайте. Заходите. Пока с элитками разбираюсь. Еще рано. Что-то я как-то вообще ее еле мочу. Так, на кого там? Давай на тебя. Да на всех, я тут уже. Хотя я в город надо было, блин. Да, ты в город. Иди в город. Потом сразу беги к бомбе. Да, 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 да. Я в курсе. Хотя я в город теперь. Вы сейчас возьмете меч, я сразу буду у этого. Все, давайте сейчас на него тпшимся. Давайте. Вортами. Все, бегом. Так, один в городе, останьтесь. А хотя нет, стоп, не надо. Нет, здесь не надо. Здесь надо тэпаться отсюда. Значит, просто будет. Да. Давай я тэпнусь отсюда тогда сразу. Меч все равно будет моим. Плохи дела. Хорош. Мои слуги сожгут этот... Потом все на меня тэпаемся. Давайте стой пока в городе. Хватит там дамага? Да, уже все. Сейчас, так, заходим. Так, забираем. Я здесь тогда здесь остаюсь. А здесь без разницы, мы сейчас все равно пойдем где-то. А если не принять, там... все равно. Если не принять раз. Диалог, то остаешься здесь. А, ну окей. Да? Ну окей. Тогда я могу тоже остаться. Давайте. Извините.
человеку, у которого не сработал ролик, да? Проблема. Ты что сказал, ты тупишь и назад прыгаешь? Я не готова. Ты чувствовал, когда уже кто-то вперед тебя километров на 20 пробежал? Да. Гизмо здесь шутит сейчас. Паучья пещера, на самом деле, это вообще кошмар. Да, но здесь хорошо, нас четверо. Я еще периодически нам опыт беру. Нужно подождать. Слушай, знаешь, какой здесь? Очень нужная вещь. Ну такое, знаешь. Я понял, что бесконечно опыт брать не получится. Там тебе даются только на левел и все. Больше, но это после, после прошлого патча изменили, когда там обузили очень жестко в компании. Ну да. Я нашел. А, ты нашел, ты у нас... Где я сейчас? Вы посмели напасть да не надо. На меня? А, ну или так. Так, я надеюсь, мы ее ваншотнем, помоги, давайте. Прошу. Это ужасно. Она высасывает внутренности своих жертв. О нет. А чё мы? Никто кого пробил не думался на жаде. Вот. Я ненавижу эту бабищу. А, давай. Она самая. Вот сам одна из самых медленных. Вот там дальше бегите, я с ней поговорю. Давай. Я помню, что в середине босс. Он может быть не только в середине. Сколько тебе раз повторять? Сейчас здесь я играю, он в середине будет. Так, тогда я к воротам полетел сразу. Давай. Черт, я сижу и смотрю на Гизмо, как он просто фигарится, хрен знает с какой скоростью. Чё я не так делаю? Видишь, в середине. А, да, стоп, у него же там какая-то эта хрень. Да, у меня палка на... Он сейчас, кстати, шустрее, чем я намного. Да-да, у него палка. Еще у меня рано. Просто этой палки нет. У него палка. Проблема, у человека палка, все, он по жизни победитель. Вот с палкой ты круто, без палки ты никто. Так я не понял, зачем вы все отбегали? Или вы два хантера я остались здесь? Я не готова. Здесь? Так я тупанул жестко. Да что за жесть? Я помню эту локацию. У меня вопрос, просто кто там сидит что? И пытается кого-то убить? А, это был Гизмо? Нужно подождать. Я не пытался кого-то убить. Зачем ты это делал? Будет весело! Я перепутал локации, мне показалось, что мост с другой стороны. А-а-а. Не, эта локация, помню, наизусть уже здесь. Вон она что, вон она. Вон оно как. Так, ты чувствуешь, когда не могу использовать на скорость. Ты чувствуешь, когда я последний, короче, бегаю и так, знаешь, как это... Чё-то не так. Неудачник стример, да? Да-да-да, стример неудачник, чуть-чуть. Так, я на Гизме тогда телепортируюсь, он быстрее все равно пробежал. Та же фигня. Блин, ну просто повезло с палкой, чё. Ну, я её сидел сегодня полдня рандомил. Повезло с палкой, да. Дес просто завелись. Не, ну у меня, кстати, зато с этого я шмотки две сразу выпил. А, да-да-да, вот начал оправдываться. Не, ну при тебе же, чё. Так что... Единственная проблема, конечно, это мана, то есть она расходуется вообще только в путь на меня. Красавчик. Так, я на гарантичу тпшусь. В шлагизму тпшусь сразу. Да ладно. Ты шустрый, ты его догонишь сто пудов. И еще раз на меня, если не телепортировались. Я просто вижу, как... И еще раз, да? Так, я подойду, скажи, как ты зайдешь. Еще раз. Вот, да. Грёбаный чувак с палкой. Не, ну хорошо как бы. Не, я не против. Я по центру. Я вообще-то телепортируюсь. Я не готова. Я не знаю, где я здесь. Во, нашел. Только как сюда залезть? А-а-а. Туда. Там, короче, кто-то. Я взял. Скольких лет заточения? Да, я взял. Все у вас или у нас? Ну, у нас два. Ой, четыре. Все, что было, короче. А че, вы не собрали, что ли? Еще у меня последний. А вот хрен у вас. В смысле у нас? У вас еще один. Вон вы не открыли рядом со столбом, лол. А, вижу.
Так, убейте чувака, я побежал туда. Давай, потом мы тебя отыпимся. Я потом как раз возьму там еще легендарку свою. А мы тут скати. Давайте, убивайте быстрее. А, он не появляется. Я серьезно? Катя, сюда. Не, Катя как раз побежала, он решил. То есть нам было все четверым, да. На косячи. Такое, да. Еще рано. Так, ладно, кого там? На меня. Катя. А, на тебя? Как ты? Я же говорю, он на лестницу прыгнул просто, засранец. Читер. Хантер так не умеет. Хантер так не умеет. Я все время нажимаю какую-то не ту хрень. Печалит. Еще у меня нет палки, это обидно. Не заслужил ты палку. Я хочу палку. Палку, копалку. Так, снизу. У меня нашел. Да. Ха. Я обогнал Гизмо. Я автоматом на тебя прыгнул. Случайно, но автоматом. Просто. Вовремя. За сколько прошли первый акт? Ну, мы еще не пошли сейчас еще. 20? Так, я в город. Не успеваем. Я в город. Там, короче... С Гизмо не можно. Вот эти вот текстуры... Во всем Гизмо виноват, короче, я понял. Просто. Всегда знаю, догнал его. Просто во всем виноват Гизмо. Короче, я такой, что... Короче, Катя там стоит, я тут стою на этом. И не забывайте, что все должны с ним поговорить. Да. С этим балбесом. Надо к колде очень быстро бежать нам, срочно. Так, давайте. Эй! В смысле? Ну, кто не поговорил? Кто не нажал окей именно на верхней хрени? О. Ну, ну ладно. Кто-то был таким лошарой, да? Так, я поговорю, вы бегите дальше. Новинки. Я просто мне три раза не давал поговорить нормально. Нормально, нормально. Бегите, я поговорю. Еще рано. Гизмо. Я тебя не стою. Не-не-не. Я не готова. Ну просто у него палка, как бы, он как бы, да. Понимаешь, да? Почему опять забираем нажать пробел? Нужно подождать. Так, я с тобой прямо, вы наверх. Только нужно еще... А нужно эту пачку мобов? Да, да, убьете их. Да, мы пачку побежим. Убьете, мы побежали выше. Я так, опять я на косяк. Еще, сейчас. По дороге надо было, да. Опять на косяк. Я же помню в прошлый раз, что так не надо делать. Именно поэтому ты сделал именно так, да? Да. Будет весело. Нужно подождать. Так, сейчас первый. Тут тупо бежать по прямой вверх и все. Может быть чуть ниже иногда. Да. Так, тогда я возле моста еще буду. Рано. Давай. Я что-то упустил, видимо. Нужно подождать. Есть такое. Ищем, ищем, ищем. Нашел. Отлично. Мы к мосту тогда все. Вы к мосту, я завалю там. Я не готова. Настало время. Так, на кого? На любого. А, на Гизмо, я ему больше доверяю. Тут все на одном месте. У него палка. Не туда, не туда. Еще рано. Не туда. Опять? А! У всех, кстати, проблема, да? Кроме меня. Я вот эти акты я знаю идеально. Вот, то есть, куда бежать, я как бы знаю. Кроме вот просто их хрени. Потому что я почему-то не понял, где она находится. Там я нашел ее, она была, знаешь, снизу, да. Но там можете на меня уже начинать. Да ну тебя нафиг. Не, я телепортнусь. Мне лень тратить концентрацию. Да тут идти метр. Все равно далеко от нас не отойдет. Гизмо, пробел. Да, Гизмо, пробел, не забывай нажимать, когда они трындят.
Ждите, он долго идет. Да, я знаю, я его провожаю сейчас. Давайте, 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 давайте. Да не эти, конечно, мобы, которые вон везде сидят. Да, да. А, ты тоже с ним материшься, да? Просто прямо. И не забудьте, что пунктное задание надо делать. Да. Сказал тот, кто в прошлый раз пытался его выполнить. Я, да. Не пари. Черт. А, ну же не сразу сюда. Ну, я ж сказал, просто прямо. А ты что пытался найти? Отвали. Не делать дополнительные задания. Но они нас просят. Но насрать. Я не готова. Просто сразу к Магде, да, все, отлично. Все принимаем. Может, город? Так, я уже... Ну, а здесь нельзя. Ну, на скайпе вроде остался, или нет? Нет, нет, не остался. Магда поплатилась за твою смерть, дикарь. Я на всякий случай выйду. Покойся, смерть. Это нормал. Ну, как тебе сказать, знаешь, бывает всякое. Это герой их. Понимаешь, герой он такой, как бы, ну... Он героичный очень, чуть-чуть. Просто... Я с вами бегу, с репортацией. Нужно подождать. Логично, да? Так, в принципе, стоп, а куда нам дальше после этого? Сюда. Сейчас мы будем в этом бегать, в... Не-не-не-не. Канализации. В канализацию уже правильно дальше, да? Тогда я оставлю всю канализацию сразу. Да не в ту канализацию. А, слушай, точно не в ту канализацию. Черт, один в дверь сошел. Идем. Я знала, что ты меня не бросишь. Уходим. Да, 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 пробел, пробел, пробел. Я зажал пробел. Да не тебе. Я себе. Сам себе главное напоминает еще что-то. Еще рано. Не, ну главное, сам себе напоминаю. Попутно всем остальным, да? Да. У меня шарики плохо работают. Я нашла свою маму, Андрю, убьем этих тварей. Так нет, стоп, мы ж потом реально в канализацию идем. Че у меня обманывать? Ну хочешь, постой там. Взял меня, обломал. Нашел. Все правильное дело. Отменить. Не забудь. Чё, почуй? Это кто? Чё так долго? Не. Так, все, хорош, 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 хорош. Давай, 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 давай. Да, 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 да. Выслушай, должно быть, направляешься в Азию. Не, поговорю с ним, бегите дальше. С кем? А, тут сразу. С кем там собрался говорить, я уже внизу на меня ТП. Да. Нужно подождать. А, да вы задолбали! Я ненавижу эти места, я все время не туда иду. Почему меня в канализацию? Нет. Стоило сказать. Вот как бы да, ну понимаешь, что такое. Ну давайте на меня. Я ботроль. Да мы как бы уже рядом с тобой, в принципе. О, Азис, Азис. Тогда давайте один. Я бегу сразу к этой. Или нет, да. Стоп, давай ты бежишь к этой, ты быстрее добежишь до туда. Давай сначала посмотрим, кто может найдет быстрее, потом добежит. Такое, она может быть сверху. Она может быть везде. Ну, это понятно, но я в том смысле, что она на верхах обычно. Не знаю, о, нашел. На верхах она. Так, я тогда бегу. Нужно подождать. Вы вдвоем туда заходить. Вдвоем с кем? Понятно. Так, давай тогда на тебя. Да, Гизм, давай, ты шустрый. Кать, давай тогда добегай до верха. Я не готова. На! Да, надо было застрять. Колодец. Нашел! Еще рано. Так, ты в город. Я возвращаюсь в город. Вы сразу туда бегите, наверх. А, наверх сразу? Я думал, вы дал верху стоить. Если
ты отступишь, да, окей. Никогда не станешь сильнее. Гизмо, не АФКаш. Не-не-не, я стою. Давайте. Не-не, я стою, да? Я иду с собой. Давайте. На кого? На Катю. А, да. Может быть, она расскажет. Катя не тупит. Я положу ее тебе в сумку. Я не готова. Такое, знаешь. Она немножко не туда побежала. Чуть-чуть. Это не важно, на самом деле она все правильно добежала. Нужно как-то подождать. Слишком быстро в последнее время проходит. Ну так... 30 минут. Все равно не успеваем. Такое. Может, можем успеть на самом деле. Ну там как повезет. Там просто смотря как вот в пятом и четвертом акте будет. Вот, если там будет жопа, то жопа. Если нет, то вниз кто-нибудь сразу сверните. Еще рано. Нашли. Ну, говорю, там как повезет. Так, ладно, я тут в попе, поэтому отобьюсь, к вам приду. Если что, можешь на меня. А, хорошо. Да уж, не будем телепортироваться, чем не бежать. А, вот здесь. Знаешь, когда он стоит в двух метрах, как гизм, телепортироваться на него. Ну, думаешь, что-то не так, да? Да. Черт. Кто-то в тупики заходит. Это только, ну, блин, для этого 4 человека. Вот поэтому я и говорю, что вчетвером это легче сделать. Несмотря на то, что мы дольше еще убиваем, рано, в принципе, мобов, но... Так, что дольше-то? Нашел. Идеально. Давайте. Хоть что-то нашел. За все время, да? Не, ну я вроде еще что-то находил, но... В печали, знаешь, так, чуть-чуть. Так, давай, шустро. Вытаскиваем еврея. Есть там кто живой? С Шеном поговорить, все. Я ж, бля. Чё? Тот момент, когда ты перепрыгнул портал и... Ума не приложу, почему мой молодой напарник ударил меня по голове и запер здесь. Без опытного проводника тут довольно... Я не готова. Я уровень поднял. Нашел. Опять я нашел его. Тебя прет на евреев. Интересно, почему. Ну, родственники, знаешь, через родственников все идет. Да-да-да. Так, вот здесь тоже на это. Ладно. Еще рано. Я на вас не могу нормально телепортироваться. Короче, меня все время кто найдет, заходит, ищет кровь. А кто-то идет вверх в архив. Я пойду, я сейчас тпшусь на гизм и иду кверху в архив сразу. Просто тупо сразу. Вы ищите, вы быстрее меня, я буду стоять. Так, нашли. Чёрт! Первый нашел. Чёрт! Нужно подождать. Вы кто залез в ребра? Кто тебе залез в ребра? Да нет, если ты, может, на карту смотришь, поймешь, куда я залез. А? Ты не в те ребра залез, да? Да. Ну вы, по идее, же в нужных местах вроде. Вон, такое. Иди на Катю тпшись. А, на Катю? А, ну, они нашли уже? Да, оба два. Все окей. Хотя от еврея толку-то. В принципе, действительно. Но я уже у Кулы. Так что войду, тпшись на меня. Так не забудьте, там, по-моему, еще кто-то в город должен быть. А, нет, в город как раз здесь не надо. Вот здесь не надо. Мы в эпошис. Да, я хотел в город. Как раз. Поначалу нам показалось, что они пусты. Но на каждом... Как раз на этом моменте. Нашли. Одну. Так, гизму. Глупо было ожидать чего-то другого. Он долгие годы готовился к приходу незваных гостей. Нам нужно продолжать. Катя, на Дезу телепортируйся. Сколь бы безрассудно... А, я понимаю, почему Дез так долго. Понял, да? Вход в мои архивы. Так, все, я внутри. Расходимся. Нет, сразу. Два вниз, два вниз, вверх. Похоже, я как раз вложила. За этим. Так, давайте. Я... А, окей. Да, хантеры. Отлично сделались. Просто, да. Компания мечты. Так, ну конечно, я опять не в ту сторону пошел сразу. Я не готова. Полагаю,
Может, тебе не доводилось видеть сверкающие залы, святилища и шари? Понятно, когда просто ваншоты и шелитки и прочую хрень. У меня Катя пошла не туда. Ну, главное, чтобы Катя пошла туда. Нет, Катя меня только догнала. Понятно, когда и... Нет, там пусто. Ты хоть говори. Я просто очень быстрый, понимаешь? Так, окей, все, нашел. Чувствую, когда Дэс бесполезный. Но неужели чувствую, когда да, Дэс бесполезный, согласен. Так, я на золотом кулу сразу добавишься. О, нашел. А кто же еще? Они последние. Так, открываем портал. Не, ну у меня просто палки нету, как бы. Ну так. Это влияет, понимаешь? Ай, сеть! Твою налево, я тпшнулся на портал еще раз, не понял. Я люблю это делать. Я так же не косячу. Сказал он и накосячил, да? Я периодически... косячу, что побежал не туда. Я периодически просто убиваю. Там пусто, кто вниз идет. Я уже в экран в игру не смотрю, я просто вот по мини-карте ориентируюсь. Ну а, смотри, я так же. Нашел. Отлично. Так, кто-то... Ты мне не доверяешь, и это понятно. А кто тебе доверять-то будет? Вообще. Ты в кубик Анаэля что-то кидаешь всех. Так, я тогда в город. Катя тоже в город. Давайте завалить его. Ну, я думаю, как-нибудь уж. Тогда мы сейчас сразу этих... Так, держится, будет скидывать. На центр зайдешь? Тебя сейчас вполне может прервать. Да. Чуть-чуть бы позже. 36 минут. Не успеваем. Лия! Черт! Я же здесь не был. Знаешь, я сейчас попутал с Адри и появилась Лия ниоткуда. Нужно подождать. Так, быстро собираем всех. Так, я помню, здесь был первый момент. Так, я в самый низ. Чем мы провинились перед богами? Еще что рано. Они обрушили на нас такую кару. Мы защитим вас. Поторопитесь. Как бы все. Нет, так, еще осталось. Еще один бегает. Так. Вот тут есть. Вот ты вы там не взяли. Да нет, тут какая-то тупая дура бегает за кем-то. По центру. Вон он, придурочный. Спускайтесь вниз! Мы вас защитим! Я не готова. Да что за придурок здесь бегает он? Тут какая-то текстура. Да. Тут ключится какая-то текстура, которая никак не может понять, куда ей нужно бежать. Вот. Неужели? Тупой идиот. Он до сих пор бегает. Он тупо стоит со стражниками, к нему подходишь, он бежит. Он нас боится просто больше. Так, ладно. Я подожду вас тупо в городе. Я поконтролирую, так сказать, ситуацию. Так. Своим профессиональным видом буду сторожить здесь все. В тупой шляпке. Давай, давай, давай. Катя зачем-то отказалась. Катя, на последних боссах не отказывайся, бесполезно. А так, да, пусть в городе сейчас стоит как раз, в принципе. А чё, какая разница? Ну, она сразу поговорит с этими, с Тираэлем. Так она сразу тебя поднёт его. Нет, не совсем. Ну ладно. Шотайте его, давайте. Маги. Всякие купола тут поставили. Нет уж. Пора возвращаться. Ха, не отменилась телепортация. Гады. У меня тут новые штучки. Я могу отправляться. Давайте, соглашайтесь. Все поговорим. Где он? Где он? Да. Не буду косячить больше.
Все, поговорили. ТПшитесь отсюда сразу. Ну хотя ладно. Сигнальные огни. И дай солдатам знать, что битва еще не проиграна. Помощь. Вы слышали приказ ангела? Дезмон, самая удобная позиция. Такой стоит себе, ждет, телепортируется на всех. Так нет, я ТПшусь на этот вообще-то. На Гизму. Я потпшился сейчас на этот, на телепорт домой, и нормально прошло все. Чё? Так, да, надо было. Ладно, бегу дальше. Здесь всё. Ну как бегу? Беги дальше. Пытаюсь за Гизмы, короче, убежать. Просто он читер чуть-чуть. У него палка. У него палка, у меня палки нет, короче, и да. Бегите! Гизмы читер, нужно короче. Подождать. Все пошло нечестно. Где-то за нами. Ну, получилось, что они два ДХ бегают, знаешь, вот ты с Катей дамагер, мы с Гизмой бегаем. Да-да. Должны были бегать два ДХ, как бы. Ну... Гизм получил палку. Ну да, у него как-то читерски получилось это все дело. Я тоже хочу палку. Все хотят палку, чувак. Я не готова. Палки хотят все. Ладно, я на Гизм пытаюсь так. ТП-шиться. Я тоже. Просто как бы Гизма. Пробеги к самой дальней катапульте. Эти уроды тут еще это. Да, тут сначала эта хрень. Не, давай, короче. Гизма пробежит к дальней, я ко второй, ты на первой скате будешь. Не, может лучше я ко второй побегу. А смысл бы их, там если их дефать, там как-то скорость меняется разве? Да, там если дефаешь первую катапульту, она намного хорошо делает все это, короче. Да, да, стой на первую, я пойду на вторую. Какая разница-то? Катя, быстрее тебя. Пришло, но Катя быстрее тебя добежит. Ты не раз уже обгоняла. Фак, ну ладно. Это демоны! Мы победили! Ладно, короче. Бежим. Так, тогда я на последнюю? Да, ты на последнюю. В тот момент, когда Катя просто так взяла и убила гоблина. А-а-а! Ау, я застрял. Промазал. А я застрял, кому хуже. Пожалуйста. Ладно, короче, меня. Я не знаю, короче, смотрите. Я пока активирую тут первую, тут разберетесь. Да, я разберусь уже. Мне это смысл. Причем, шутка юмора-то в том, что я когда активировал первую, разбирались эти. Кать, давай, дефим. Все, я на третий. А потом тупо ТП-шимся и все. На второй что надо сделать я просто? Не готова. На второй нужно просто убить четырех этих придурков и все. Это весь деф. По-моему, Гизмо это сделал. А, нет, не сделал. Нет, они там долго не появляются. Я придется с ним разбираться. С его-то уроном. Еще рано. А, еще тут элитка. Ну, момент, когда ты невезучий. А не затащил. Так, ладно, я ТП-шусь в город, Катя здесь делает, я думаю. И сразу активирую, как только. Ну ладно, пока покачаю порогом. 20 минут мы, конечно, не успеем все это хрень сделать. Да черт его знает. Ладно, то я сразу побегу к Хому. Че, катапульта еще не поднялась? Первая, скорее всего. Первая самая долго поднимается. Но! Давай, убежал. Пока вы возились с этими убогими катапультами. Ты что сказать, ты загружаешь дольше, чем все остальные. Ну да, я пришел позже тебя, но загрузился раньше. Ну или как минимум одновременно. Блин, Гизма, палка, это печаль, серьезно, хочу палку. Я не готова. Гизма, отдай мне палку. Я тоже хочу палку. Нужно подождать. Ради интереса пойду в другую сторону. Скорее всего, я ошибусь и буду неправ, но мало ли. Ради интереса хочу забрать палку.
И такое тоже я есть. Я не готова. Привет, Гизмо. А вот я как походу это понял неправильно, куда ты ушел, да? Вы посмели напасть? Нам вообще с ним круг сделали. Где тут Гизмо, да? Так, Гизмо. На! Отвалите, не стреляйте в меня. Тот момент, когда у меня сферы тупо меня прикрывают. Почему вы не сказали, что в другую сторону сразу надо бежать? Что за... Еще рано. Вы посмели напасть на меня? Пошли вы. Будто они меня там замораживать. Тут, наверное, когда ты просто бежишь, короче, такой... На меня, на меня, на меня, на меня, на меня, на меня. Сидишь так, думаешь вообще. О жизни, о смысле, о печали. Ты палку. На меня. Эй. Ай, I hate you, Gizmo. Я хотел. Вот а просто тот момент, когда Gizmo. Ну, тащит чё. Да, Gizmo хорош. Еще раз. Кать, тогда в город. Что-то это как-то было быстро. Чуть-чуть. Просто самую малость так влились два этих. Так, пойти в оружейную. Убить порождение ужаса. Давайте по-шустрому. А. Да-да-да-да. А, Катя хорошо вышла. Не тут. Ну так как бы она и была в городе. Для этого не, ну, специально. Я думал, ты туда пошел, такой, типа, смотрю, ты пришел сюда, я такой, чё? А мне туда зачем? Куда ж Катя пошла? А, нужно текстуры. Подождать. Тупо добежать до моста, тупо добежать до моста. Я не готова. Сказал медленный маг, да? Ты чё сказал? Ты чё, когда город застрял? Ну, там можно на меня, что телепортироваться. Ты прикалываешься? Нет. Ты жесток. Нужно подождать. Иди на мост пока, Гизмо. Да. Тут, получается, у нас последняя. А нет. У нас с края. А с другого края. Давай мы тогда с Гизмо наверх пойдем. Еще рано. Там квест дальше сдается у Тираэля. Прям. Я думал, вы уже. Я нашел, если что. Что? Я сдал, если что. Тиарин. На меня тпшится. Я впереди первый раз на секунду так. На одну секунду, пока Гизмо меня не догнал. Палка. Не, ну серьезно, я уже хочу эту палку. Вот тут на самом деле с ней есть косяк в том плане, что мана расходуется просто, я ее не вижу. Чувак, ты срать на ману. Так чтобы использовать телепортацию, то нужна мана. Я понимаю, но палка, чувак. Просто твоя телепортация, я не знаю просто какая твоя телепортация, я так понимаю, она тебе, ну, снимает кулдаун маны, да? Ну, в смысле, кулдаун телепортации. Но она становится где-то на ККД, то есть секунда. Кулдаун становится. Может, полсекунды где-то я так. Убила ну, это помещение. Я так не понимаю, зачем Катька отказалась, если там все равно, по сути, ну... Ты сломала? Хотя, я так понял, она просто в городе сейчас стоит. Может, ей нравится. В городе весело. Нужно подождать. У меня проблема с концентрацией жестко. Это ты-то самая медленная? Так, еще я походу рано. Не туда пошел. Вот где я не спеша проходит? Я, да, вот. Кто? Гизмо нашел? Я. Yeah. Задолбал. Просто. Ты самый печальный человек на свете с палкой. А он уже у входа. Не, ну здесь легко. Не, он нашел. Просто.
Тут мы... Нет, короче, ладно. Я застрял. Я вижу, ты познакомилась с моими дочерьми. Наслаждаешься их обществом. Почему я не могу прыгнуть сразу вниз? Нужно подождать. Тут через один уровень можно прыгать, а он где-то на 3-4 уходит. Ну, я знаю. Ну, я не, я с обидой, знаешь, вот ну, так типа раз обогнал вот физбор. Меня прыгать. Ты, короче, да, Андрей, дойдешь, когда мы на тебя прыгнем? Чё так-то прыгать? Не, я догоню его. Ещё рано. Чё сказал он и так ушел вообще, да? В никуда. Нет, такого прикольного. Я сказал, что маги жесткие. Потому что я видел, как чувак просто пропрыгивает все это дело. Ну вот. Вообще, по идее, я видел, как какой-то пойдем, парень давай. Тут через три уровня прыгал вниз. Как? А вот я не знаю, он где-то какую-то текстурку находил, я пробовал, у меня не получалось. Даже Катя в шоке. Я чувствую. Стоп, уже... Да. А, не, не было же сообщения про босса, так что вы любили сердце, но не босса. Так, ладно, я пока элитку поубиваю, чё. Вот жалко, кстати, что в этом сезоне пофиксили баг, или даже еще раньше, то, что сердце можно было убить еще до появления. То есть просто маг юзал этот луч двойной и цеплял сердце. Чё, опять нашел? Не. Нет, а Катя нашла, что ли? Да. Так, Катя, пробегай. Нужно подождать. Я просто меня тут зажали. Да вы прикалываетесь. Как все взрывается-то, а? Вот здесь вот, кстати, по идее, тоже можно прыгнуть сразу вниз. Я не готова. Потому что там есть одно место, где они, например, на одинаковом уровне. Вот надо как-то очень уж прям... Ну да, да, да. То есть нужно именно сидеть и смотреть нужно эту текстурку. Подождать. О, опять заметил, что у вас есть сексуальный голос. Ты играешь со звуками в игре? Да. Да. Так же, как и я сейчас. Но без музыки. Точно! Я думаю, что так медленно продвигаюсь. Кать, не отказывай, сейчас здесь чисто будем бежать и бежать. Да. Здесь город не надо. Здесь все до конца. Так, ну я постою, короче, мы все равно тебе не пахнет. Да, сейчас сколько, уже 40 минут или больше? Я не буду это озвучивать сейчас. У вас упадет, 45. У вас упадет желание, нет. Час. Уже час? Нет. Но близко к нему, очень близко. 50? 53 минуты. Ах! Да, мы навряд ли. Гизмо, давай, включай палку. Понимаешь, просто нужно две палки, еще у меня, чтобы было. Ну вот я понял, что нужно, во-первых, как-то с регеном маны что-то делать и с... Надо сейчас что-то делать с этим. Со скоростью каста. У меня кастрация восстанавливается быстрее. Че кастрация? Да, кастрация, чтобы было. Быстрее, да? Да. Более быстрая кастрация. Я возвращаюсь в город. В город. Так, мы с тобой за час 40 прошли. Это господа мертв! Ну, кто-нибудь. Там, неважно кто. Все. У меня прогрузка. Адрия, когда ты решил? Вот если было 4 акта, мы прошли бы за час. Если было 3. Нет, 4. 4 так, мы еще можем успеть за час пойти. За 6 минут? Да. За мы шесть... шансу побежали за 6 минут. За 6 минут. На самом деле нужно отключать экраны заставки, потому что на них еще. Ну я отключил, я не знаю, что такие. Мне бесит, что его с первого раза нельзя убить. Ну это то же самое, что и делал. Пусть на это тратится время. Бегите два туда. А?
Нужно подождать. О, Гизм заработал что-то. Да там то, что без контроля его убить. А, то есть замедление, типа, это не контроль, да? Ну, как по версии разработчиков нет. Такой нихреновый не контроль, да? При этом... Так, я чисто. При этом в костюме, знаешь, написано, что, типа, да... типа, вы... при контроле, типа, или что у нас там? В сете. Ну, там знаете, не контроль, не бегите. Там этот... Будет я отменяю, давайте убейте его. Просто замедление идет. То, что те, кто стоят. Шай. Почему к дыханию своей палки? Не знаю, говорите быстрее с ней, я пошел. Потом один на меня кто-нибудь тэпается. Вот Катя на меня тэпнулась, и мы сейчас с ней будем дальше защищать быстро. А вы там ищите, типа, на той стороне. Нашел. Красавец, все. Кать сюда. Как они зачистят, с проходом ищем второй. Ты поверху, я понизу. Скорее всего, будет сверху, кстати. Да там рандомно, мы себя нашли. Ну да, я нашел вообще возле портала, там справа один какой-то был. Да. Ну вниз иди. Ничего, я же сюда побежал, кухня. Я быстрее тебя тут залез. Я не готова. Нифига. Не было такого. Так. Кто-нибудь нашел? Нет. Нам бы сказали, кто не нашел. Еще рано. Ладно, я пытаюсь найти портал в таком случае пока что. Я не готова. Ну, какой-то меч. Зачем тебе меч, тебе палка нужна? А вдруг этот меч это палка? О, там легендарка, все, вы там ищите. Вот я там. Так у меня. О, кто нашел? Зайдите сразу в портал. А я уже у портала просто как бы. Нужно подождать. Мне правда здесь блочится. О, дыхание смерти. Поговорить с дебилом. Тирель! Ну, кто? Кто не принял? Минут! Будем еще рано. Все, вовер до хрена. Нормально. На меня. Ты прикалываешься? В смысле на тебя? В смысле он читак? У него палка. На вершину кристальной арки. Все с уже там в жопе мира уже. Я не готов. На эту палку на самом деле нужно отдельно какой-то сет на скорость каста и на реген маны. Да, только вы тупанули и побежали не туда. А мне еще какой нужен сет собрать? На скачок. Там есть какой-нибудь сет? Такой битый. Там. Понимаешь, есть на все. Надо просто поискать. Угу, все, вижу. Радуйся наоборот. Чему мы все равно не успели? Пока нечему радоваться. Вот когда у меня палка будет, уверяю, мы успеем. Нужно подождать. Вот сто пудов. Это все потому, что у меня нет палки. Мои спутники достигли пролета серебряного шпиля. Я должен отправиться к ней. С чего она ролится-то хоть? С одноручного жезла. Я не готова. Еще рано. Я пока погуляю, элиток поубиваю. Че. Круто. В идеале, конечно, это еще наролить перчатки на 10 минут святилище. Найти святилище. У меня есть. Тоже есть. Могила вас заждалась. Мне еще на проход. Кто не нажал? Катя? Ой, я отменил случайно. Пора возвращаться. Видишь, четвертак мы ушли за час.
Вы еще не прошли четвертый акт. Я поперхнулся. Э! 30 секунд осталось. Что? Я что не должен. А, мы вдвоем, да? Какая разница, все равно уже не успели. У нас с тобой столько урона, что... Ну ладно, буду искать и бегать в городе. Какая-то перчатка. У нее было 3 мяча. А еще проблема, что у меня и у него нет пропуска. Молодцы. Ну ладно, тоже с Катей постою здесь. Че? Все, минус Диабло. Ну, открою хоть посох, посмотрю. Сейчас такой раз, а у меня, короче, посох, который именно нужен. В принципе, на самом деле, я предлагаю сейчас еще какой-то 5-й акт, получается, пробежать, посмотреть. Ну, насколько мы его пройдем? Ну да. Я Том. Побед. Да, перейти к следующему еще. Победа за... Кто не нажал? Кто не нажал? Я не знаю, не с крас нажимал. Ты, видимо, как-то хреново несколько раз нажимал, этот уже где-то в попе опять. Это я. Это не я. Что за кролик? Просто. Такой имба-кролик, который ускакал уже хрен знает куда. Имба-кролик. Имба-кролик за мной сейчас бежит, но сейчас понял. Я не готова. Ну вот видишь, он все равно ускакал хрен знает куда. В чем проблема? Сидишь себя, чувствуешь тормозом каким-то. Еще рано. Без палки. Все, мало того, что тормозом, так вот у этого тормоза еще и палки нет. Вообще печаль. Ага. Нескипуемые порталы, это так мило. Точнее, заставки. А сколько у тебя, кстати, это манки... маны? 133. Ну, ты жук-то. Он, получается, даже если я палку получу, все равно будет даже больше прыгать. Нужно подождать. Ну да. Тут на самом деле не столько от количества, сколько от регена зависит. В том-то и проблема. Так, давайте я поговорю с ним. Вот говорю. Ты где. Пустите, пустите. Ну. Давайте, бегите туда. Долго. Может это, Деза чисто в городе оставить? Тут все. Пожизненно. Ну проблема, что без разницы. Я на Гизме телепортуюсь. Стоп, я что-то не понял, у меня, короче, это не прогрузилось ни хрена. Я серьезно. У меня до сих пор в городе никого. Что за приколы? Ну, слишком быстро побегаем. Так, ладно, я, короче... Ребят, мы забываем, что нужно разделяться. Я не готова. А ты задрал меня замедлять. Да, знаешь, главное, мы забываем, что нужно разделяться, Дес такой за мной бежит. Я увидел колодец! Это колодец, это святое! Тем более, вдруг мне из колодца палка упадет. Из колодца? Ну, знаешь, всякое бывает. Ты тоже, да, прокосячишься, что стрелочка там, но... Я не готов. Это обманная стрелочка, меня ребят. Остановить. Вы там перешли уже на следующий уровень? Нет. Не, я пока тупим. Да. Да ну тебя! Тот момент, когда тебя долбанный скелет мочит, ты не можешь телепортнуться.
Тут мега 2 метров, но все равно телепортируешь с небезом. Ребят, знаете, я вас обрадую. Если у меня будет палка, есть вероятность, что мы точно 100% пройдем, потому что на данный момент мы идем час 04. Но это на данный момент, мы только фактически начали акт. Чувак, этот акт мы прошли за сколько? Минут за 10. Я тебе серьезно сейчас говорю. Ну, это мы вдвоем бегали. Со мной медленно. Я не готова. Я пока книжку возьму. Мне бы тоже что-нибудь собрать хорошее. Я так, в принципе, быстрый. Но у меня... Тебя бы еще и Катя в идеале. И, наконец, мои просьбы были услышаны. Был бы вообще великолеп. Я обязан найти. Так мы уже почти собрали все. Нужно подождать. Что бы то ни стало, поскольку небеса крайне необходимо его присутствие. Так, я в центр учитывая пойду. Возросший интерес Монтаэля к человеческой расе, Сираэль предположил, что поиски стоит начать с Монтаэля. Я не готова. Вижу, ты чувствуешь себя виноватой в том, что случилось. Он уже нашел. Он уже на горах трупов. Просто, что за человек вообще такой? Человек-палка. У нас в команде прибавление, короче. С нами теперь будет постоянно играть Человек-палка. Тебе что-то не нравится? Что? Не, я наоборот. Я придумал человеку никнейм новый. Человек-палка. Так, а что за... У меня квест почему-то нет. Все нормально, я его сдал. Я его сдал. Я уже думал. Я уже напугался, да? Да. Там отправиться в Вестмаш. Хотя, в принципе, у меня уже ачивки есть везде. По, ну, за часовое прохождение. Да у нас тоже. Нужно подождать. Да ладно, я первый. Не, я понимаю, что ненадолго, но просто такой редкий момент. Мне сейчас сапоги определенно надо на монет. Еще рано. Да сейчас мы тебе наберем за час пройти все акты, это не проблема, Катя. Да сейчас последний, сейчас. Ну уже сейчас тебе. Нет, ну в смысле, я не про это. Она имеет в виду, что у нее обычных нету. Пройти за каждый акт. Так сейчас у меня уже первые 4 точно есть. Ого. Ну там это. Ну вы поняли. Иди ты. Понял, да, вот куда идти? Понял, да? Я не готова. Да. Все, иду ролить палку, короче, после прохождения. Исчезнут навсегда. Ты ее в кубе ролил, да? Ты истебаешься. Так, вот тут нужно поговорить. Да, мы тоже такие покосячили с мотелем. Так, а потом у нас бежать к тетке, потом... Катя, поговоришь с девушкой? Я же говорил. Ну, мы тут с ней, да. Не с девушкой. Ну, это вопрос, кто это еще? Мотель? Да. Так, при чем тут... Нет, я в городе имел в виду, девушка стоит. Все, я первый на локации, ха-ха-ха, муха-ха-ха. Я прям мужик такой, добежал один, никто еще тоже давно не бегает. Сейчас так, Гизма, все закрыл уже. Такой, стоп, как ты, чехана? Теперь кто сильный Гизма, он все равно сейчас вперед убежит. Не, сейчас я впереди. Не, он сейчас вперед убежит. Никуда он не бежит, это закрытая локация, хрен ему. Ты рассчитываешь. Я просто знаю хорошо эти локации. Кстати, на самом деле, вот этот камень, который при подборе золота, как-то я не знаю, не замечаю, что он хоть как-то вообще помогает. Я, в принципе, практически не бегаю. Ну, сказал человек, который постоянно телепортируется. Нам, кстати, в прошлый раз повезло, у нас было куча этих штучек на Нефалимский портал. Сразу мы нашли. Сейчас вот такого, видимо, не будет. Ну, куча столбов, в смысле. Нужно подождать. Кстати, прошу вас, ты нашел эти столбы. Да нет, уже будет. Не сутло. И вы это тут начинаете на меня телепортировать. Да, иди в задницу. Это неправильный мир. Неправильные палки, они делают неправильные телепорты. Да, поэтому у тебя палки нету, да? Да.
Чисто шпалку неправильно. Да. Я прикалываю, что, знаешь, Гизмо как-то прыгает локации, что они не, ну, не полностью такие черные остаются иногда. Даже не знаю, как объяснить. Это палка. Понимаешь, это объясняет все. Это магия палки. Магия палки. Магия двух палок. Могила вас заждалась! У меня все равно все время она орет, что типа могила вас заждалась. Нашел. На меня. Еще рано. Вот хоть что-то. Ну, в смысле, хоть что-то изменилось. Не ждали? Моя даже такая, что, не ждали? Я нет. Ты, мать твою, ты издеваешься. А-а-а! Мне дадут телепортнуться или нет? Ладно, дождусь, пока вы дойдете до Адри. Я еще кстати, заметил, что если закрытые двери в комнате, то через них никак вообще не телепортироваться. Да, мне тоже возвращаются двери, знаешь, ты кустаешь, типа, а. Зато через стену можно рядом. Не-а, если там дверь идет закрытая, то нет. Странно. Да, вот я сейчас вижу. Гизмо такой, ага. Нужно подождать. Мне вроде раньше ты пошелся. Не, а тут не, есть некоторые закрытые двери, а есть такие разрушенные. Вот там можно тпшиться. Еще раз. Неужто я найду? Я, конечно, в это не верю, но... Такая вероятность, как в прошлый раз, походу, может быть. Пошли, зато у меня большой желтый сундук. Поняли, да? А, вот только я остался с Гизмо, да? В осаде. Кажется, у нас здесь трое, как минимум. Поговорить с ним не забудь. Мы выберем свою собственную судьбу. А тебя не видно. Об этом уже не беспокоиться. Потому что я уже тпшнулся. Я убил и ушел. Профессионализм. В тот момент, когда Катя уже убежала. Нужно подождать. Знаешь, такие бегают, бегают, и Дэс такой. Да. Так, на кого там можно? На любого. На Катю. Самый медленный момент. Потому что сегодня у нас слишком много пафоса. У меня проблема в том, что, блин, я загружаюсь толком. Давайте там сами. Так чуть-чуть ленивцы. Час 15. Не, в принципе, если мне как-то сделать восстановление концентрации очень быструю, то я буду с Гизмо на одной скорости бегать. Заждалась. Знаешь, мне всего один предмет нужен. Хоть какой-нибудь. Мне тоже, понимаешь? В чем проблема? Причем мне не хоть какой-нибудь, мне конкретный нужен. Палка. Одна. Цель конкретная, мне хочу угодно. Мне, понимаешь, конкретный один предмет всего лишь. Все. Я буду тоже рулить палкой. Я буду мастером палок. Не, не будешь. Ты еще не умеешь ей пользоваться. Ой. Все относительно. И знаешь... Не волшебник выбирает палку, а палку выбирает волшебник. Ага, да ты. Да. Гарри Поттера не помнишь? Мы не в Поттере. Докажи еще. Тики пролаги. Я не готова. Все, бежим, бежим, бежим. Ой, побежали, побежали, бросили одного мага. А поговорить с ним никто не хочет, да? Вроде бы. Зачем? Еще рано. Ха, я первый. Но ненадолго, правда. Ладно, гоблин пока убью, чё. Не, а чё мне здесь ещё делать? Я без палки слишком медленный пока что. Так, первый нашел. Я не готова. Понимаешь, тут читерство лишает всего удовольствия. В смысле, нормально? Нет, это ненормально, я тоже хочу что-то делать. О, зверь звонит. Вторую нашу. О, валит на миллисекунду. Вот видишь, я говорю, он лишает нас удовольствия. Нет, мне норм, я просто не удивляюсь, как он это сделал. А, нам уже еще это упомянуть. Я первый.
Ну, короче, вы там, когда туда и это... Скажете. Ой. Мачете вот сюда. Стреляли. Сюда. Хотят всего отказываться. Ну, это этот момент веселый. Самый веселый момент. Я, короче, с этой стороны. Да, и... Кронштейн. Да, в принципе, они тут, а то уешки падают. Эй, дай мне хоть что-нибудь делать, иди отсюда. Вези с моей... Нечестно. Злой человек. Уничтожить эти крюки! Мне нравится, они нас сами на крюки набрасывают. Кать, всякие с это на... сет. Восстановление концентрации. А, там на самом деле можно даже не сет, можно просто статы наролить. Угу. Ну или статы. Да, я думаю, любой просто сет абсолютно берешь. Такой, слышь, вывалился отсюда. Кстати, когда я так стоял, первый раз, когда проходил, я испугался, что я умру. Потому что, ну, как бы... Это дьявол, такой же быть. Это дьявол, да. Никто никак, никогда не говорит с Тирейлем. Чего это не говорит с Тирейлем? Ладно, раз Гизму там бегает и поболтает с девочкой. Ой. А если не уже обболтался, не знаю. Надо, кстати, потом будет как-нибудь сделать на нее ачивку. Я с ней вообще ни разу не говорил. Изендра, только ты. Короче, вторая будет. Правда, позже. Ты скажешь, телепортируешься на Гизму, он уже за 2 метра от меня. За 20. Не, за 2. На, в тупик. Тут нет, тут не... А, вот все, нашел. Что, если ты найдешь такую же палку, пройдем нормально. Вот я и говорю, мне нужна эта палка. Я тебе сказал, палка сама тебя должна выбрать. Ну ладно. Что происходит, когда умирает? Как ты... Гиза просто весь день ее ролил. Ну не весь день, но я сколько? Еще рано. Ну достаточно долго, да. Много попыток делал. Ну знаешь, как с девушкой бегать? Вот Дэст, ты не бегаешь с ней? Нет, зачем? Вот тебе полку не дали. Зачем мне за ней бегать? Звук, но... Все само как-то. Я не готова. Без палки. Да. Даже без двух. Зов шел не оттуда. Так, ладно. Я обыскал всю вселенную. Осталось только понять, где это. А потом... Короче, ладно, я жду, когда вы тупо добежите до... Он шел из... И не спрашивай, почему я его называю Илюшей. Камень мироздания. Ну, портал не случайно, да? Нет, потому что у него тоже два непонятных загнутых клинка. Ну, у него тут, типа, Петя, как они называются? Конец неизбежен. Серпы. Серпы, да. Вот сейчас он вроде как уже неуязвим, а вот эта вот анимация непонятная. Но он сейчас либо на нас прыгнет, либо если не прыгнет, то придется до него бежать. Обидно. Ну, да. Просто да. Он наткнулся на наши шарики. Я чувствую, потом, я не знаю. Кстати говоря, еще вот нужно будет вот такую вещь наролить. Она тоже достаточно хорошо помогает. Короче говоря, минуту 20. Долго. Такая. Ну, это я округлил, скажем так. Где черт? Но суть это не меняет. Все равно, знаешь, у меня значит мод такой этот тирель, типа, где черт? Не успели дать ему договорить. Ну ладно, хорошо. Вот сейчас загрузились 19 минут, ясно. Час 19 мы прошли. Нам нужно сократить, сократить дистанцию в 19. Ну, в 22, в 23 минуты где-то на самом деле. В идеале. Надо просто сет наводить нормально, потому что у меня концентрация слишком быстро кончается.
А я что-то сделал, у меня...